Володарское шоссе – трасса с большим автомобильным трафиком. Здесь ежедневно проезжают тысячи автомобилей, поэтому неудивительно, что здесь расположены многочисленные придорожные торговые объекты. Различные промтовары, цветы, продукты питания – чего здесь только нет. О том, насколько правильно ведут свою деятельность представители подобного бизнеса и нет ли у них нарушений, узнаем благодаря сегодняшнему рейду. В составе комиссии сотрудники Госадмтехнадзора, отдела потребительского рынка администрации Ленинского района, а также управления жилищно-коммунального хозяйства. Первым местом остановки стали торговые объекты вблизи деревни Мисайлова. Здесь на 7 сотках ведутся строительные работы по монтажу павильонов. И вот первое нарушение. Забыли установить забор. Строительная площадка всегда огораживается. Вот. После этого начинаются строительные работы только. А здесь завезли уже павильоны и все остальное, и уже установили, а строительный объект до сих пор не огорожен. Бросается в глаза и общая захламленность территории. Составляется второй протокол об административном правонарушении. Штраф в данном случае в отношении физлиц от 3 до 5 тысяч рублей. Если нам собственник земельного участка до комиссии предоставит ликвидацию, фотоматериалы с ликвидацией данных правонарушений, то будет минимальный штраф, так как привлечение будет в первый раз. Идут навстречу представители хозяина объекта. Они заверили, что обязуются соблюдать чистоту. А мусор уберете? Да, конечно. Быстро? Вот когда? Сегодня? Да, прямо сегодня уберем. Выявили мусор в неположенном месте и на другом нестационарном торговом объекте. Здесь у владельца участка есть договор на вывоз отходов, но, по его словам, не досмотрели. Впрочем, какими бы ни были отговорки, это нарушение, а значит, выписывается штраф. Также есть ряд нареканий, в том числе по внешнему виду. И все, никаких ничего нет. Потом вот это не должно лежать вот здесь. Она все там должна положить. Как мучите, кто возражает? Никто не возражает. Работайте, чтобы все. Впереди повторный выезд на эти торговые точки. Комиссия должна убедиться, что все предписания выполнены. Екатерина Коваленко, Александр Будников, Елена Кошелева. Видное ТВ.